В Якутии два бензовоза провалились под лед во время переправы через реку. Возможная причина – грузовики оказались слишком тяжелыми для данного участка дороги. Так говорят в региональной противопожарной службе. В результате аварии никто не пострадал, но произошла утечка топлива. Площадь и объем разлива устанавливаются. Последствия ЧП ликвидируют с помощью бульдозера с тралом и двух машин для перекачки бензина.